привет! Это я, Ирина. Сегодняшняя тренировка у нас будет посвящена медицинскому мячу и будет проходить снова в местном парке. На сегодняшней тренировке мы задействуем мышцы рук, мышцы ног и мышцы кора. Ну что, вы готовы? Давайте начинать с разминки. Раз, два, три. Побежали! Как и любая тренировка, эта тренировка не исключение и начинается с разминки. Мы поднимаем ЧСС, разогреваем мышцы, подготавливаем организм к физической нагрузке. Прежде чем приступить к тренировке, восстановим дыхание. Первое упражнение. Ноги на ширине плеч, мяч на уровне пояса. Выполняем приседания и выпрямляем руки вперед. Делаем упражнение 15 раз. Ноги на ширине плеч, руки выпрямлены вниз. Выполняем приседания с подъемом рук вверх. Повторяем 15 раз. Исходное положение – выпад. Руки перед грудью. Выполняем повороты вправо и влево. По 10 раз в каждую сторону. Исходное положение – ноги шире уровня плеч. Из приседа выносим руки вверх и разворачиваем корпус. Выполняем по 10 повторений в каждую сторону. Из упора лежа выпрямляем ноги в планку, возвращаемся в исходное положение с выносом прямых рук вверх. Делаем упражнение 10 раз. Выполняем 10 отжиманий. Исходное положение планка. Поочередно подтягиваем колени к противоположному плечу. Повторяем упражнение 20 раз. Исходное положение – лежа на спине. Выполняем упражнение на пресс. Дыхание не задерживаем. Делаем вдох и выдох. Разворачиваем корпус вправо и влево. Из исходного положения, лежа на животе, отрываем руки и ноги одновременно от поверхности и задерживаемся на 10-15 секунд. В конце каждой тренировки растяжка и заминка
обязательно к выполнению. Наша сегодняшняя тренировка подошла к концу. Я надеюсь, вам понравилось и вы останетесь вместе с нами. Увидимся в следующей серии. Всем хорошего настроения!